Так, что у нас на завтра? Много сюжетов? Ну, есть ферма, перепелок. Так, хорошо. Что еще? Ну, фестиваль «Новая энергия». Свежачок. Язык свиста. Это как? Я сама не понимаю. Идем дальше. Два гостя. Один о пейнтболе расскажет, как о части боевой подготовки военнослужащих. Другой об актуальных выставках в Слободейском музее. Дворовые игры еще будут, метеогиб, гороскоп и много еще чего. Хорошо. Значит, просыпаемся завтра в 7 и без опозданий. В 6. Олег, ты понял? Да.